Мне сейчас подсказывают режиссеры, что по скайпу мы смогли связаться с самой Александрой Трусовой. Здравствуй, Саша. Во время выступления ты понимала, что выиграешь? Нет, во время проката я думаю только об элементах. Все время думаю до последнего секунды программы. Я думаю, что мне сделать нужно. И понимаю только, что я выиграла, когда ставят оценки там и заканчиваются соревнования. Скажи, пожалуйста, из Рязани тебя поздравляют? Следят ли за твоими успехами бывшие одноклассники, друзья, тренеры, которые тут остались? Да, у меня есть много друзей, которые остались в Рязани. Они, конечно же, смотрят. Поздравляют каждый раз, как после проката. Говорят, ты крайне редко ошибаешься на льду во время выступления. Расскажи, пожалуйста, как готовишься психологически, как побеждаешь свой страх? Настраиваюсь я всегда по-разному, исходя из своего состояния. Так я слушаю музыку, чтобы отвлечься от... И, конечно же, не вижу никого ни на трибунах, только вижу только судей и тренера. Ну и последний вопрос. Что впереди? Какие спортивные планы? В этом году осталось только один старт – спартакиада. Вот. И после нее, она через неделю, после нее у меня будет перерыв, не будет соревнований какое-то время, потом будет отдых и потом новый сезон. Спасибо, Саша. Желаю тебе новых побед. На мои вопросы ответила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова. Это была рубрика «Блиц-интервью». Большие новости продолжаются.